Мы находимся в музыкальном салоне магаданского певца и композитора Вадима Козина. И сейчас мы отправимся в его музей-квартиру, чтобы узнать, как отмечал Новый год опальный Орфей. Новый год по старому стилю отпразднуют в квартире музея Вадима Козина. Традиционно с 2006 года сотрудники музея отмечают это событие в доме известного певца и композитора. Музыкант соблюдал традиции, поэтому придерживался юлианского календаря. Отмечал Новый год по старому стилю. Друзья композитора знали о соблюдении традиций и приходили его поздравить 13 января. Главным событием этого вечера было не столько застолье, сколько домашний концерт, когда Вадим Алексеевич для своих гостей исполнял свои лучшие произведения, свои лучшие песни. Потом в конце, так сказать, обычно он что-то дарил своим гостям, он был очень щедр. На праздник Старого Нового Года в музей-квартиру Вадима Козина придут около 5 человек. Это люди, которые имеют непосредственное отношение к деятельности композитора. Среди них музыкант Дмитрий Петров, заместитель мэра Юрий Козетов. Также на мероприятии будут люди, которые занимаются изучением биографии магаданского композитора. Ну, это наш какой-то долг уже перед памятью Вадима Алексеевича, потому что если в музее не продолжают жить традиции, которые заложил их хозяин, то музея квартиры уже не будет. Она должна оставаться. На праздничном вечере прозвучит рояль Вадима Козина. Будет слышен его голос. За чашкой чая близкие люди музыканта встретят Новый год, теперь уже по старому стилю.